ВАЗ 2109. Откуда у вас эта машина, Никита Романович? Купил. Где купили? У человека. У человека, понятно. Родители в курсе покупки? Да. То есть родители добровольно разрешили купить машину? Нет. Нет? Не запрещали, они ругались. Запрещали, то есть, но они узнали и ключи все не отобрали после покупки? Потому что я ее не дома ставил. Не дома ставил? Во дворе ставил. То есть от них ее прятал, да? Да. Как так получилось? Как попал в ДТП? Я ехал, перед ним ехал Hyundai, и типа я только хотел проехать, и из-за кустов я не увидел ее и выехал. Типа прям ебачь. Лет полный, сколько вам? 16. 16 лет? А вы в курсе, что вам запрещено управлять транспортными средствами? В курсе. А почему вы сознательно сели за руль? Дурак. Оригинальный ответ. Оригинальный ответ. В школе учитесь или где? В колледже. Сейчас учитесь? Сейчас же карантин. Карантин? У нас дистанционное обучение. Почему вы на улице находитесь? Гуляю. Ну все же гуляют. Знал, как бы я хотел ее себе забрать. Как мой дом, короче, перекрестка. Как мне хотя бы работать. Где гаражи, короче, тут у нас нету еще 17 даже нету. 16 лет ему помню, это мы знаем. Как бы я ему и говорила, что тебя сейчас. Вы знаете, что знали, что он катался на ней периодически? Нет. Здесь по району? Вот этого я не знала. Я вообще думал, он да. Первый раз присадился. Но он уже, похоже, не в первый раз, да? Ну, насколько я знаю, первый.